Здравствуйте. Мы сегодня будем вязать весенние носочки ребеночку на один годик. Я взяла нитки, называются детский каприз, тоненькие. Вот. Сейчас мы будем набирать петли. На 4 спицы по 11 петель. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Также еще на две спицы, а также набираем по 11 петель. Набрали. Откуда мы начинали, будем соединять. Кончик тоже мы добавим. Вяжем сейчас резиночку лицевую. Изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую. Закончили. Теперь, значит, после лицевой идет следующая спица, изнанка идет. Изнаночная, лицевая. И так дальше продолжаем вязать лицевую и изнаночную. Здесь мы закончили изнаночная, значит, следующая спица у нас будет лицевая. Последнюю петлю мы провязали лицевую, значит, следующая спица будет изнаночная петля.
Вот изнаночная закончилась. Сейчас будем лицевую провязывать, изнанку. И так продолжаем вязать нашу резиночку. Если у меня ниточка потолще, я набираю по 8 и по 9 петель резиночку вяжу. А так как у меня тоненькая ниточка, мы набрали по 11 петель на каждую. В следующем уроке я вам покажу, как мы будем вязать пяточку. Спицы немножко можете поправлять, чтобы не спадало. Спицы можете любыми вязать, какими вам нравится. Можно тоненькими. Мне вот потолще спицы. В этом уроке мы научимся. Свяжем в этом уроке нашу резиночку. Научу вас считать, сколько рядов мы связали. Сейчас немножко провяжем несколько рядов и научу вас считать ряды. Их нужно обязательно считать, чтобы другой носочек вязать, столько же рядов связать. Свяжите на 1-2 ряда больше, у вас получится один носочек выше, другой ниже.
Если вдруг вы забыли, какую вы закончили, лицевую или изнаночную, вот смотрите, вот это вот лицевая, а когда, которая следующая идет с бугорком вот таким, это у нас изнаночная. Если вы закончите вот на изнаночной и вдруг вы забыли, какую следующую мы вяжем, то я вам показываю, что вот она такая вот как косичка плетеная, это лицевая, а где вот с бугорком таким вот, как узелочек, это у нас изнаночная. Смотрите, какая у нас резиночка получается. Теперь я вас научу считать, сколько мы рядов связали с вами. Здесь вот раз, два, три, четыре. Вот они такие выпуклые. Вот по ним считаем. Раз, два, 3, 4, а вяжем мы 5-й ряд. И сколько мы таких рядов свяжем, сейчас я вам скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Так, 20 на 23 мы будем убавлять. Так, вяжем резиночку 22 ряда. Сейчас мы 5-й ряд вяжем. И таких нам нужно связать 22 минус 5. Это получается у нас 18 рядов еще нам нужно таких связать. А в следующем уроке я вам, вы свяжите такую резиночку, в следующем уроке я вам покажу, как продолжить вязать пяточку. В этом уроке мы научились вязать резиночку. Увидимся в следующем уроке. Смотрите продолжение. С вами была домохозяйка Ольга Каштымова. До свидания.